Мы продолжаем рассказ о безумии транспортных развязок мира. И сегодня отправимся в Париж, к Триумфальной арке. Именно там находится одна из самых сложных в стране транспортных развязок. Это кольцевая развязка, которая соединяет в себе потоки 12 улиц города. Поэтому аварии тут дело настолько привычное, что некоторые страховые компании просто отказываются возмещать ущерб, если ДТП случилось на этой развязке.